Украинцы выбрали 7 чудес Киева. Подведен итог трехмесячного голосования в интернете и жарких споров историков. За право называться чудом сражались 30 достопримечательностей столицы. По самым удивительным местам прогулялась Инна Христич. Вот оно, главное чудо столицы – Андреевская церковь. За нее проголосовали 2300 интернет-пользователей. Без посещения этого памятника истории, архитектуры и живописи 18-го столетия не обходится ни один туристический маршрут. Это и музей, и действующий храм. Единственное сохранившееся в мире сакральное творение архитектора Растрелли. Благодаря новому статусу музейщики надеются получить дополнительные деньги на содержание памятника. Может, будут выделены какие-то кошты, может, какие-то спонсоры найдутся, которые захотят выделить кошты на Андреевскую церковь. В списке самых удивительных достопримечательностей столицы больше всего культовых сооружений. Выдубицкий монастырь, Владимирский собор, Киево-Печерская лавра и София Киевская. Хрустальные награды объединили разные конфессии. Верующие люди с разумением, христиане с разумением относятся как и до католических святынь, как до православных святынь, видят в них такое божественное зерно. Чудесами столицы признали еще и Киево-Могилянку и дом с химерами. Неподалеку от него в театре служит актриса Наталья Сумская. Но посетить загадочное здание лишь мечтает, ведь там одна из резиденций главы государства. Нам пообещали, что мы туда пройдем, побачить. Все-таки хочется, живучи в таком соседстве, подивитися, что ж там в середине. Приблизить памятники к народу и есть цель этой номинации. У объектов, признанных чудесами Украины в минувшие годы, посетителей становилось больше. На треть, а то и вдвое. Инна Христич, Виктор Шевченко. События.